Желаю. Итак, БТГ сегодня запускаем на базе теории Конарева. Значит, смотрите. Запускаем пока через сеть. Вот, привод включаем. Включаем реле. Ставим 0,1 секунды. Работает, 0,2 отключается. Включаем. Видите, лампочки загораются. Вот, пожалуйста, 8. Хотя расстояние у нас, видите, 8,1. То есть мотор, генератор на 50. Лампочки загораются, хотя у нас через одно работает. Спокойно, спокойно горят. Почему? Применяю эти реле. Преобразователь, который здесь 3 всего выходит. А прибавляешь, доходит до 8. Больше не идет, так не хватает мощности. То есть вот такой мотор. Ну это я показывал, но показывал без нагрузки. То есть, как видите, лампочки ярко горят. Все нормально. То есть не ярко, но на пол мощности. Теперь выключим. Я уже тут все посчитал. Также, видите, также это я выключил реле. Вот сейчас напрямую, то же самое, даже напрямую чуть меньше. На 7,9, видите. 7,9, то же самое. То есть роли не играет. Никакой. Пока выключим. То есть система работает, как видите. Все нормально. Сейчас я пояснение дам, что не все поняли, что это к чему. Дам пояснение. Значит так. Что у нас на поверку? Вот я замеры, значит. Замеры напрямую без реле показали, значит, потребление вот этой системы. Вот эту систему сейчас уберу, чтобы вам видно было. Вот эта система. Значит, что тут? Я показывал мотор, который тянет. Маленький генератор на 50 ватт. Прикреплено временно этой скотчем. Ну, это сейчас опыты. А в дальнейшем можно тут и на винты, тут и коробочку сделать. Это все не важно. И что у нас показало? Значит, попробовал напрямую. Значит, напрямую 27 ватта потребляет. Вот, светится то же самое, лампочки вы видели. Что напрямую, что без. Но мы имеем на выходе, смотрите. Значит, лампочки на 42, но при таком 6 штук по 7 ватт. Но при таком напряжении на 8, они 27 где-то. Вот. Видите, 26,957. Ну, в общем, 27. То есть получается 27 ватт выдаем, если напрямую. Получаем 26,27 ватт. Чуть больше. То есть КПД тут прибавляется немного. А нам же еще КПД нам понадобится, когда будут батарейки. Сейчас я вот пока... Есть какие-то средства, я пока жду, пока пройдет период, там выводят из банка, видите как, сразу нельзя. Потом закажу на Алиэкспресс. Хотя я хотел бы, чтобы еще помогли, чтобы уже заказать, там помните, я говорил, на 20 тысяч у меня заказ, чтобы уже сделать сразу, чтобы заказать, если сразу, на Алиэкспресс, на 22, по-моему, тысячи у меня там, ну там я в корзину положил, вот. Сейчас только 5 есть. То есть на 5. Если еще помогут люди, то, значит, можно сразу сделать заказ на 22 тысячи. То есть все, что надо, чтобы запустить уже. И тогда бы уже это самое. Через месяц бы получил, и через месяц-полтора уже бы пробовали. То есть уже пробовали в автономном режиме. Но это пока это не будем про это. Значит, что у нас? Повторяю, 27 ватта напрямую, когда включено. То есть без реле. А на выход мы получаем 20,
6 всего. Потому что один раз. А когда включаем реле, как вы видели, 1-2, то у нас выход получается 3 раза, потому что по времени, видите? По времени дольше, но получается 3 раза. То есть мы подаем ток время одну часть, 0,1 секунды. А выходит у нас на лампочке 3 раза. Первый раз, значит, когда подаем ток, и еще 2 раза. Согласно, значит, теории Конарева, которая обозначает, что беспрерывно не надо подавать. Подал, и он проходит 2 периода, этот ток. Пока он, значит, это самое. То есть может еще работать 0,2 там, секунды на своем токе, потому что много подали. Если подаете беспрерывно, то есть траты увеличиваются, толку нет. А тут у нас получается, у нас 3 раза работает вместо одного. И получается во втором варианте, значит, расход 19,5 на 1 ватт меньше. Но зато выход у нас 80 и 87. То есть КПД 414%. А если еще учесть, что у нас еще по 19 ватт выходит, как вы видите, расход, или по 20, ну по 19,5. То есть мотор-то крутит, а энергия не поступает, то КПД полный 614. То есть КПД для того, ну, КПД для использования энергии 414%. Полный КПД 614. Полный эффектив, как бы по эффективности 614, а по реальному выходу энергии 414. А сейчас я вам покажу, ну здесь поняли, да, КПД. Сейчас я вам покажу, значит, я зарисовал уже смысл на картинке. Так, смотрите внимательно. Значит, вот у нас вход. Тут пока сеть, будет батарейка. Дальше. Отхода реле идет на 0,1, видите тут. 0,2. Дальше идет выпрямитель 24 вольта. 76 ватт. Если здесь будет, значит, батарейка, то еще инвертор понадобится, а иначе выпрямитель не подключишь. То есть батарейка, значит, здесь, значит, выпрямитель 24 вольта, 76 ватт. Дальше мотор, это я вам показывал, А300 большой. И дальше к нему идет 50 ватт, маленький вот этот генератор. Желательно бы больше, но нету пока. Если был больше, то вы получили бы КПД в 5 раз больше, и выход получили бы, лампочки светили бы полностью, то есть раза в 3 больше. И вот получаем на выходе, видите, первый раз 27 ватт, вы видели, лампочки светились, второй выход 27 ватт, и третий выход 27 ватт. Вот такую схему можете сами делать, в принципе, ничего сложного нет. Применяется, это, значит, теория Конарева. Зайдите на сайт Конарева, посмотрите его теорию. Он там показывает это все по-научному. Я человек простой, мне это не надо. Я знаю, что получается в 3 раза больше. И больше мне знать особо не надо. А если кто там, значит, хочет теорию, как вот спрашивали, пройдите на сайт Конарева, он там объясняет про периоды тока, скважность и так далее. Это можете поинтересоваться. Спасибо за внимание. Всем желаю крепкого здоровья и больших успехов в труде и обороне.